Здорово, пацаны. Сегодня будем пробовать Optimum Nutrition. Классический Gold Standard. На мой взгляд, это самый лучший продукт из сывороточных протеинов, которые существуют у нас на рынке. Вот. И попробуем мы сегодня вкус, собственно, шоколад кокос. Касаемо этого всего профиля, здесь у нас, можно сказать, классические содержания у нас идет в одной порции. Значит, у нас отсутствуют трансжиры. Всего у нас полезных жиров 1,5 грамма, 30 миллиграмм холестерина, 4 грамма углеводов, из них 2 грамма сахара и 24 грамма белка. Вот это в одной ложечке содержится. Я практически допил уже баночку, вот эту вот большую. Конечно, ценник у нее дорогой, я с вами соглашусь. В моем городе такая банка стоит 5000, заказывал я с Москвы за 4500 с чем-то, да. Вот, ну, не дешевый протеин этот, да, Optimum Nutrition. Вот. Что можно про него сказать, ребят? Я не буду ничего читать, знаете, не буду читать содержимое банки, полно уже на нее обзоров в интернете. Полно, да. И я думаю, каждый знает, что такое Optimum Nutrition, что, блядь, бесполезно про него что-то говорить и рекламировать. Я просто, как я говорил уже, попробуем, будем пробовать различные вкусы этого продукта и смотреть, как он усваивается, как он размешивается и каков он на вкус. Ну и делать вывод, стоит ли он своих денег. Вот эта штука, самый дорогой протеин, наверное, который я пробовал. И я должен сказать, что он своих денег полностью стоит. Абсолютно, я не пожалел, что я отдал 4500 за эту баночку. Безупречно растворяется. Отличнейший вкус. Вкус шоколад-кокос. Ну, сейчас попробуем его на дегустационной зоне. Вот, вкус шоколад-кокос просто божественный, да? Растворяется отлично, причем в маленький шейкер, то есть вот в такой шейкер, даже две ложки запихаешь, вот столько вот получается, где мой палец, две ложки. Даже две ложки размешиваются отлично. Вот. То есть смешается отлично, усваивается тоже замечательно. Были прецеденты с мутантом и другими протеинами, когда просто них проносило, с этого вообще идеально все. Вот. Поэтому что, ребят, это считаю, данная баночка, считаю, это лучший протеин, который есть. Вот, а всем его порекомендую. Ну и, соответственно, перейдем в зону дегустации, чтобы попробовать данный напиток. Как я уже говорил, ребят, мое видео носит исключительно характер такой, пробовать на вкус и анализировать, да, то есть я там не лаборатория, я не буду всякие тесты, анализы проводить. Я вам сказал, что здесь практически нет углеводов, 2 грамма сахара всего, вот, 24 грамма протеина, собственно, белка на порцию, вот, ну, стандартный состав, ничего такого необычного нет. Поэтому, ребят, давайте переходим в дегустационную зону. Итак, ребят, в дегустационной зоне давайте сначала рассмотрим внимательно баночку. Очень такая красивая, такая толстая на массе баночка. Вот. ON Gold Standard 100% Whey. Whey Protein Isolates. Вот. Написано, что здесь 71 порция. Вот, как я уже говорил, 24 грамма белка, 5,5 грамм BCAA, то есть лейцин, валин, изолейцин. И также 4 грамма глютамин и глютаминосид. Это в одной порции их 71 здесь. Ну, я лично по 2 ложки, по 1,5 положу. Шоколад кокос. То есть шоколад кокос. Очень замечательный вкус. Очень замечательный. Не пожалел, что его взял. Ну, как я говорил, здесь такая у нас табличка у нас с ценностями. Вот. Ну, это читать я не буду, говорю, потому что все уже знают. Все 100 раз это все видели. Бесполезно. То есть какой смысл от обзора, знаете, прочитать баночку и сказать, да, хорошо. Нет. Нужно попробовать, размешать наглядно и сделать вывод. Итак. Как я уже говорил, я его практически допил. То есть там осталось не так много у нас. Когда открываешь, сразу очень приятный запах. Вот. Тикс. Оп. И еще. Вот так вот.
Вот так вот. Ну что ж, ребят, вкусняшечку. Ну, полторы ложки, это примерно, знаете, ну, где-то 40-45 грамм белка. Довольно неплохо. А теперь смотрите, виноградный, как он размешивается, да? Видите, вот он, вода сверху. И протеин, видите, плотно, шейкер маленький, да? Почти две ложки, видите, да? А теперь смотрите, магия. Чудо опиум нутришн, блядь. И все. Буквально потрес пару раз, и он растворился. Это просто реально очень отличная формула растворения. То есть, ну, лучший протеин, который растворяется. Особенно, кто живет пьюр протеин, те, наверное, вообще будут плакать. Потому что я, сколько помню, сам пьюр протеин жрал. Так отвратительно размешивается он. Особенно казеин эти, блядь. А вот это все отлично. Видите? Готовый коктейльчик. Ну что, вам было видно? Чтоб вам было видно, наглядно покажем. И расскажем. Вкус замечательный, легкий, не сильно сладкий. Прям оптимально. Отдает, знаете, не шоколадом, таким кокосиком приятно. Кто любит кокосик, вообще, блядь, берите. У данного прота очень много разных вкусов. Вот я видел. И заказал я еще одну баночку за 4700 с вкусом печенья. Как только она придет, соответственно, попробуем ее. Также обзор я уже снял от Оптиума на яичный протеин ванильный. Можете глянуть, ссылочку я оставлю. Вот. Как видите, растворилось две ложки. Просто отлично. Очень легко пьется, очень легкий протеин, реально, прям легко идет. Очень вкусный, блядь. Ну реально, это золото в натуре. Вот, ну, золотая середина в протеине. Дорогая, но она того стоит. Вот реально, пропив его, я понял, это лучший прот, который я пробовал. Я, конечно, буду продолжать пробовать всякую хуету, но... Ребят, на самом деле вот это вещь. Это вещь. Оптиум — это вещь. Поэтому, ребят, что? Я ставлю 5 баллов из 5. Рекомендую абсолютно всем без исключения. Это отличное сырье. Отличный вкус. Отличная растворяемость. Короче, я не знаю, ни разу не видел отрицательного отзыва про этот протеин. Обычно все друг друга засирают, но вот здесь все идеально, реально. Дороговато. Но оно того стоит. Поэтому, ребят, берите. Не пожалеете. Вкус мне вот этот понравился. Я ему 5 из 5 ставлю. Шоколадка аккаунт. И попробуем с вами скоро печенье. Вот. Так что, ребят, еще раз. Оптиум рулит. Отличный way. Отличная ссылочка у нас. Берите, не пожалеете. Удачи. Пока. Увидимся. Ребят, пока не забыл, да? Вот вы увидели обзор на данный прот. Хотел порекомендовать еще посмотреть, кому любопытно будет. Собственно, обзор на яичный протеин тоже от Голда. Вот ссылка будет под видео. Переходите, смотрите, ребят, не пожалеете.